lights begin to show. Всем здорово, ребята, с вами Абрикос, и сейчас я снимаю свой очередной Спаси Голдик на карте Бобруйск. Вот набили мы с Олегом таким, знаете, способом. Кстати, я решил поиграть отдельно от конференции, то есть от лица участника. К сожалению, немного подлагивает, но это как бы уже стандартно. Пока нет нормального компа, буду снимать на чем есть. И, в принципе, вот у нас Голдик тут, вот он, такой красивенький. Его защищает достаточно хорошее сплотворение людей. Много тут хорошеньких людей таких. Все друзья, естественно. По пригласам вроде никого нету. Хотя вот пару человек я пригласил, но это уже как бы все легально, ребят. Все легально. Так, ну и вот тут вулканчик раздает по всем. Ой, даже не один. И заминились они довольно-таки неплохо. Голд у нас упал практически на 3000 фондов. И на 3000 фондов. На 3000 фондов. Фу, заговариваюсь, ребят. Ладно. Поговорим с вами сегодня мы, пожалуй, как прошли 5x. Ну, я думаю, это видео выйдет, и потом уже будет у нас золотой летсплей, где, по-моему, куча эпика, и я думаю, вам однозначно должно понравиться. И, кстати, вы наверняка могли заметить то, что я выпустил видео 5 голдов на Кунгуре. Думаю, было прикольно. Ну и кто-то не заметил, я думаю, вам нужно просто быть более зоркими и увидеть то, что когда включается видео, сразу двойная сирена. То есть взял голдик и скоро будет сброшен. К сожалению, не так хорошо мне удалось это заснять, но сам факт, что было 5 голдов, это меня очень даже впечатляет, друзья. Что тут комментировать? Вот у нас завтра, кстати, скидочки на Жигу. Думаю, именно сейчас я ставлю пост, можете прочитать, что да как. Что-то, в чем дело вообще, о чем я говорю. И у нас скидочки будут, по-моему, сейчас, если я не ошибусь, на Хорик 50%, на Рельсу 50%, на Жигу 40%, на Твинс 30%, ну и еще на что-то, короче. Хотелось купить Жигу, но, к сожалению, крисиков у нас немного не хватает. Кстати, я вот совсем недавно, часа два прошел задание на 100 тысяч опыта, и сейчас прохожу потихоньку на килы. Не хватает у нас, конечно, кристаллов, но уже нормальное количество кристаллов, я думаю, на День танкиста. Если, конечно, будут скидки на этот праздник, я закуплюсь довольно-таки неплохо. В планах у меня покупать Зевс и, конечно же, Жигу, потому что она сейчас очень хорошо нагибает. И мне говорили друзья, я даже опрос проводил. Ну, в принципе, Жига очень-очень неплохо себя показывает сейчас во всех видах боя. Ну, я думаю, за исключением там всякого шоссе, на котором исключительно рулят шахты, рельсы и смоки. Ну, я не знаю. Если вы знаете, на чем рулит шоссе, кроме этих пушек, пишите мне. Кстати, ребят, выпустила сейчас видео о пушках ближнего боя. Мне помогал Олег, то есть... И я отправил его на операторов. И, конечно же, будем надеяться, что мне добьют спектатор. Уже второй или третий раз я отправляю заявку. Ну, если вы хотите, чтобы это видео попало в общий доступ, то есть для вас, моих подписчиков, вы обязательно пишите комменты и ставьте лайки. Типа, вот мы хотим просто вот, хотим сделать... Хотим, чтобы ты увидел... Что я несу, ребят? Сам не понимаю. В общем-то, пишите, что мы хотим увидеть это видео, посмотреть, оценить и... сказать, есть ли у тебя шансы вообще или нет. Так, я тут в минус ложусь и делаю сальтушку. Я не знаю, откуда лучше ехать. У меня тут лечит Изида, и можно вот благодаря Изидке прорывать по одной минке. Так, она меня лечит, отлично. Ой, тихо. Блин, убивает меня, конечно. Вот тут перец тоже записывает от лица защитника. Ну, я думаю, все важные новости я рассказала. И, кстати... В планах у меня создание какой-то новой рубрики, если я получу спектатор. Ну и те же самые звонки подписчиков, все это тоже будет. И, кстати, результаты мне скажут 16 августа, да. 16 августа у нас все будет известно. И если, конечно же, мне его дадут, вы узнаете об этом, я думаю, одних из первых. Ну, конечно же, я выложу это сразу на YouTube. Может, скажу там пару друзей, ну и пойду пилить видео, типа, вот, мне дали спектатор, ура, ребят, видео будет более интересный. Ну, я думаю, это реально будет так, потому что любой формат, который сейчас выходит на канале, можно сделать в формате спектатора, и будет не менее эпично. Так, сейчас извините за, возможно, какие-то посторонние шумы, но, думаю, они были небольшие и не будут вредить вашему слуховому аппарату. Так, может, как-нибудь законтролить? Ой-ой-ой-ой, фигли против вулкана контролить что-то. Так, я не знаю, надо как-то пробраться, чтобы вот незаметно все было, чтобы аккуратненько. Ну, вот я не знаю, как тут брать, конечно. Слушайте,
А может сейчас по стелсу как-нибудь вот за этим смоководом? Ну, давайте попробуем, в принципе. Что нам стоит, правильно? Давай, блин. Вот через этот подъемчик можно, где сейчас стоит вулкан на Викинге, можно вот хорошо запрыгнуть, просто эпичненько. Думаю, да, ребят, попробуем мы отсюда залезть. Да. Ой-ой-ой. Так немного подлагнуло сейчас. ВК, давайте-ка закроем ваш злобный ВК, который всем всегда мешает. Не будем просто говорить, пусть пишут, потому что порой иногда тоже видео, когда пересматриваешь, иногда бесит это. Ну что, пробуем по нашему уже придуманному способу заходить. Так, давайте заходим. Так, нас тут сбивают по жести. И... Блин, еще немного понимать надо. Так, ребят, пришлось мне немножко замолчать, я просто забыл, о чем я говорил. Что ж такое бывает? Так, сейчас я везу кого-то фантоме, ну извини, чувак, я бы с радостью. Но, я тоже хочу взять этот голд. Так. О! Тут же пусто! Ё-моё, только сказал, ёпшкин кот. Так. Ну, давайте напишем. Го. Что у нас там? Кто меня хочет взять фантом? Никто. Ну ладно. По-любому он где-то... Вот он, да, вот этот пацанчик тоже на вас посмотри. Кстати. Ой. Вулкан, конечно, злобный. Он, кстати, мог сейчас взять этот голдик. Еще один полет эпичный демонстрирует нам васпики. Ну да, в этом все васпы. Так. Если хочешь, жди на базе. А мы сейчас сделаем заходик, и, может быть, у нас пройдет фантом, и мы возьмем этот голдик. Хотя уверенности в этом никакой нет. Дождемся нетры с вами. И попробуем в это мясо просто протиснуться, как-то отжать его по стелсу. Я не знаю, и как это все будет происходить. Блин. Да уж, конечно, люди прорываются, ого, вот неплохие шансы у нас сейчас были. Так, а где этот поцик? Ой, давай. Кого-то фантома мы могли. Фантом подсадка, вот даже как это называется. Едем. Не отстаем. Ой. Ого! Нифига себе, мускиловый. Так, вот сейчас можно, кстати, взять вполне спокойно. Ну, короче, этот Изи не хотела меня повести. Обидно, а я уж думал, есть шансы какие-то. Ну, хорошо. Спасибо хоть на том, что фантом не поддержала. Так. Вот сейчас тут едет васпик. Давай. Ой, отлично, мы васпов всадили. Не. Так, ладно. Опять этот твинс. Перец. Вулкан, ну, конечно, тут ничего не выйдет у нас. Так, ну не надо быть так уверенным. Ну, конечно. Вот главное, чтобы сейчас они вот не взяли вот такими вот супер подсадками способом. Ну что делать будем? Давайте опять попробуем заехать с тылов. Врубаем трушечку. И едем, ребят. Так. Также обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть на моем канале. Ну, какие видео, может что-то новое, может топ какой-нибудь, Я не знаю. Предлагайте свои идеи, потому что мой лимит уже исчерпан, так сказать. Если говорить уж какими-то иными словами, то я уже не знаю, что придумать. Как бы спасибо, была идея воплотилась, но я думаю, не всю жизнь вам захочется смотреть одну и ту же рубрику, и, конечно же, каждый будет чего-то нового. Так, давайте убьем этого попска, он что-то мультик у них. Окей. Блин, тут Изида мешает сильно. А мы сейчас сделаем вот так. Ой. Ну, по-моему, ближе всех я к этому голду был. Ну, из моих попыток, я имею в виду. Так, я не знаю, ребят, не знаю, откуда прорваться. Ну, давайте, что ли, с центра попробуем. Кстати, возможно, получится. Вон, видите, всех в центр заходит, и почему бы нам с этого центра же не зайти и врезаемся мы в столб? Отлично. Но попытка не пытка. Ох, какая смока сильная, ё-моё. Ох, сейчас возьмут. Нет, ребят, не берут. Блин, а у них были неплохие шансы на взятие. Да, пожалуй, я буду с центра прорваться. Даже не знаю, ребята. Давайте. Стой. А может... Ну ладно. Ладно, давайте просто посмотрим ситуацию. Вот тут смока надо валить. Вот это стоит в АФК. Так. Ой, блин, я об эти мины ударился. Тихо, он... Блин, если бы не тот молот. Если бы не Лёха. Я вообще...
Так, тихо. Возьми меня, фантом. Ой, пацанчик, молодец. Давай, вези. Блин, что ты делаешь? Капец, он что-то не умеет с танком управлять, или меня с фантома хочет. И, ребята, у нас 5 минут осталось, я забыл про время. Ё-ё-ё-ё-ё-ё. Надо суетиться, мне кажется, уже. Изи, да? Отстань. Блин, мина, толкнул меня на мину, как это было печально. Тихо! Чуть не взял. Так. Вот кошак, а? Просто на балкон. Конечно. Блин, я не хочу, чтобы его взяли. Это мой голд. Дай проехать. Не ной, кошак, дай мне взять голд. Ребята, мы очень близко с вами. Тихо. Дик. Ёпер, театр. Что делать? Блин, сейчас мог меня этот чел-фантом взять. Что мы делаем? Что мы с вами будем делать? Я не знаю. Просто вообще как-то это все странно. Тут стоит у нас перец. Слушайте, может как... Ну, я не знаю, как это вообще можно воплотить. Как это все, конечно, сделать. А если вот отсюда заехать, скажем. Ребят, надо дождаться аптеку, я вам отвечаю. Мы возьмем этот голд, но нужно дождаться аптеку. И, наверное, я сейчас рискну просто его не взять. Спокойно так. Так, давайте просто ждем. Аптечка, милая, быстрее, аптечка. Так, сейчас нужно дождаться моментика, ребят, такого, чтобы прям... Броня-то кончилась? С вами броня-то кончилась? Ну ладно. Мы рискнем. Рискнем. И не рискнули. Ни хера у нас не получилось, ребят, грубо говоря. Ну, в принципе, идея неплохая, фантом берут. Да. Взяли этот голдик, и вот я прям вот не успела заснять. Но, в принципе, попытки у нас были неплохие, рассказал я. Довольно большую вам информацию, которая накопилась за это время. Ну ладно, ребят, не будем кривляться. В общем-то, если вам понравилось это видео, конечно же, кликайте на кнопочку подписаться, которая сейчас будет у вас на экране. Обязательно вступайте в наш мега-эпичный паблик. Там вы найдете много новостей, мемов и частенько, кстати, СГ. Этот СГ тоже от нашего паблика. Заходите, подписывайтесь, вступайте в группу, как я уже сказал. И не забывайте подписываться на канал Мистер Перца, ведь он мой хороший друг и выкладывает не менее охеренные видео. С вами был Абрикос, всем удачи, всем пока.